Приветствую вас на канале School Culinary, и сегодня у нас рецепт запеченной в духовке бескостной голени индейки. Простая бескостная голень индейки, запеченная в духовке, легко может быть заменена любым другим мясом индюшки, филе, бедром или голенью на кости. Рецепт первый. Нам понадобится 700 грамм мяса индейки, в данном случае была бескостная голень, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки соевого соуса, 2-3 зубчика чеснока, 1 чайная ложка молотой паприки, 1 чайная ложка молотого кориандра. Итак, смешать сметану и соевый соус, чеснок раздавить и добавить к смеси, туда же высыпать специи и еще раз все хорошо перемешать. Обмазать кусок индейки полученным маринадом. Если маринуете бедро или филе, то на нем можно сделать ножом неглубокие надрезы по всей поверхности мяса. Если готовите бескостную голень, то надрезать ничего не надо, она уже надрезана. Оставить индюшку мариноваться на 2-3 часа в холодильнике, а еще лучше оставить на всю ночь. Переложить кусок мяса в рукав для запекания, расположив перфорации рукава наверху. Если перфораций нет, надо сделать их самостоятельно. Запекать голень индейки в духовке в течение 40-45 минут. Все, простая бескостная голень индейки, запеченная в духовке, готова. Рецепт второй. Голень индейки, запеченная в духовке, станет отличным диетическим блюдом на праздничный стол. Мясо легкое, полезное и обладающее насыщенным вкусом. Раскрыться ему помогут специи, пряности и приправы, любимые в семье. В зависимости от своих предпочтений можно добавлять или отнимать те травки, которые нравятся или нет. Чеснок добавит пикантности, а духовка сделает корочку румяной и поджаристой. Нам понадобится голень индейки, прованские травы, 1 столовая ложка, 2 зубчика чеснока, соль, черный молотый перец по вкусу и 2 столовые ложки растительного масла. Голень индейки кладем в холодную воду и ждем полчаса-час. Таким образом мы вымачиваем мясо. Если оно замороженное, то сначала размораживаем, положив на нижнюю полку холодильника. Лучше всего так поступить вечером, а утром можно будет готовить. Голень оттает, не потеряв полезные свойства. Вымытое и вымоченное мясо кладем в миску. Солим и посыпаем черным молотым перцем всю поверхность, приподнимая кожу. Под ней также солим мясо и приправляем. Лучше всего делать это массажными движениями, как бы втирая компоненты в индейку. Посыпаем заготовку прованскими травами. Покупаем для этих целей готовую смесь или берем по отдельности те приправы, которые нравятся. Базилик, майоран, душицу. Очищаем и мелко рубим чеснок, втираем его в мясо, можно потереть зубчики на терке или порезать ножом, вливаем растительное масло, с ним корочка будет более блестящей, а мясо сочным, переворачиваем ножку так, чтобы она вся была покрыта маслом, противень смазываем маслом, выкладываем голень и отправляем ее в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа. Спустя время протыкаем ножом, если выделяется красный сок, еще печем, если прозрачный, вынимаем из духовки. Время индивидуально и зависит от величины ножки и собственно особенностей духовки. Готовую голень индейки в духовке извлекаем из духового шкафа и подаем с любимым гарниром. Сочное нежное мясо тает во рту. Вкусно съесть его с овощами и любимым соусом. Приготовление не отличается сложностью, а результат впечатляет палитрой вкусов и ароматов.